дошик, сосиски и майонез. Сейчас у любого студента скупая слеза такая скатилась. Привет, Ютуб. Пора чайник покушать. Китайский-то наш самовар. Что? У нас сегодня самый известный среди молодежи, наверное, рецепт. Захотел я, прям захотел. Зря. Рецепт этот, к сожалению, наверное, или к счастью, знают все студенты. Кто был студентом, тот точно знает. А студентами были все. Или нет? Или нет? Нет, сорян. Дошик, сосиски, майонез. Джентльменский набор, что этот напоминает тебе? Да, сейчас. У каждого студента скупая мужская слеза или женская скатилась. Это нормально. Захотел химозы сегодня, Макс. Я именно специально для этих целей приобрел дошик, потому что дошиков у нас в доме нету, братцы. Понадобится нам, я тебе уже сказал, дошик, сосиски, майонез. Сосиски неизвестного происхождения вот такие, какие-то самые дешевые. Майонез обязательно праздничный обязан быть. Дошик обязательно должен быть красным. Ну что, я, наверное, прямо на твоих глазах буду все это делать, а потом покажу тебе, что получилось примерно. Все начинается с вскрытия, особенно на медкафедре. Готовится как суп будет, конечно. Имеем мы тут волшебные пакеты вот такие, досирак. Ты коробку даже не видел? Ты что, из Мелмака, что ли? Ты с планеты Мелмак? Кроме кошек никого не видел? Ну вот посмотри на коробку, как дошик выглядит. Что где написано? Если не знаком с дошиком, вот эту штуку не выкидывай, потому что здесь инструкшн есть. Как, что, куда, тыры-пыры-стопыры. Здесь у нас вкусный пакет с бульоном и прочим. Вилка внутри. Там нам написано было. А еще нам здесь написано доширак. С 1987 года готовится. Товар года 2003. Ни одна корова не пострадала. Пакеты сразу открываем. Готовится так, вот запоминай. Высыпается все сразу, обязательно. Вот пакеты высыпаем в саму лапшу. Вот так делаем, чтобы распределить. Тут катехит. Всякие зелень сублимированная. Ой, не лги. Вру, конечно, просто сушеная. Все, почти готово блюдо. Но это то, что у тебя, скорее всего, нет, а может и есть. Это бульдак соус. Я сначала мы с тобой в натуре попробуем, потом забульдачим. Так, берем нож и в произвольной форме прям как попало настругиваем. У студента времени мало, когда ему там все, куда попало, это нормально. Все, две сосиски настругали. Загружаем в эту коробочку с лапшой. Распределяем так, чтобы была возможность закрыться этой чаши. И заливаем кипятком галимым. Затворяем. Кладем майонез сверху, чтобы придавить. Все, никакой эстетики. Просто та-та-та-та-та-та, пока 30 минут есть у студента. Раз-раз и все. И все. Тутыры-пыры. Просто пыры. Опять звонит кто-то. Кто, блин, звонит? Твою дивизию, штопанный курдюк. Может быть, вас заинтересует наша дебетовая карта, твою дивизию. Ну, зато у нас тут почти заварилась лапша, наверное. Ну, заваривается. Почему майонез что не поклал? Потому что майонез сварится в кипятке, майонез кладется после заварки лапши. Когда маленько пристыло, тогда, когда вот кладется майонез. Ну что, я, наверное, тебе ближе, наверное, буду вещать сейчас. Посмотрим на внешний вид, что происходит с лапшой. Нам ее маленько надо потеребонькать, прям чуть-чуть, вот так. И теперь для увеличения килограмм калорий наливаем большое количество майонеза. Наливаю, сам боюсь. Вот теперь перемешиваем, когда уже кипяток не кипяток, а просто горячая вода. И уже не горячая вода, а бульон. Вот, это уже практически готовое блюдо, почти суп. Накрываем и ждем еще 5 минут, чтобы она уварилась. И потом начнем возъедание. Прошло еще 5 минут, братцы. Наш горшочек следующим образом выглядит. Самое студенческое блюдо, амброзия, готов. По калориям невероятно, конечно. Тут сосисоны две. Раз, два. Штуки. Сама лапша. Ну и ведро майонеза. Давайте пробовать, что ли. Сразу поставь на паузу и напиши, ты студентом хавал такой или хавала. Всем такой уж полезного аппетита. Давай сначала эту амброзию ложкой попробуем. Бульен. У нас есть два галета и вот это. Чуть-чуть остренькая. Лапшу пробуем. Ну, конечно, это съедобно. Вполне себе. Многие так питались. Я включил тебя хоть. О, блин, боюсь теперь. Мне недостаточно вкусно и недостаточно азиатского. Поэтому я добавлять буду сейчас
весьма дорогостоящий соус. И сейчас это будет бульдак. Теперь божественнейший соус. Хотя не совсем похож на бульдачный, но похож. Не похож, но похож. Вот теперь еще раз пробуем. Лучше всяких похвал. Самое народное блюдо. Это наш с тобой сегодня студенческий обед. Вкусно, но есть одно но. Нам еще капсаицин в умтре нужен. Я уже не могу, все теперь. Будет не так вкусно, но будет острее. Я не могу много выливать соус бульдак, потому что он сильно дорогой, сильно вкусный. Остроту будет нам давать с тобой капсаицин в умтре, а вкусность бульдак. Оно блюдо очень калорийное и очень быстрое. И дешевое, что важно студенту нашему. Надо хлебануть хлебалом. Сосиски берутся обычно самые дешевые, такие как из туалетной бумаги, которые цветом. Никита охотничий там. Что ты? Ланчбокс. Обед бокс и ужин бокс обычно у студента. Сильно мозолится. Раз не то, что месяц, раз в год можешь так поесть только. Не знаю, как выживали студенты. Ну, с булдак вкусно, а с вумтри еще и остро. Так что? Но никому не рекомендую так питаться. Это вредно. Но иногда хочется, прям хочется. Вот хочу. Пиши, кто питался так вообще в студенческие годы. Или на БАМе, или на Целине. Ой, дурак. Или на Амурской магистрали. Там в основном, наверное, картошку в мундирах ели. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, спасибо, здоровья всем сибирского. Сайонара. Пока. Береги себя, не ешь так. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.